Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня в нашем прямом эфире мы с вами решаем ваши вопросы, связанные с таким важнейшим моментом, как кандида. И кандида, женское здоровье. И сегодня в этом видео я расскажу тебе лично на своем опыте, в котором прошло уже, не знаю, миллионы девушек моих консультаций психологических, и при помощи нутрицептиков скомпенсировали это ужасное состояние кандидоза. Итак, друзья, что нам нужно делать, что нам нужно с вами знать для того, чтобы мы распрощались навсегда? Во-первых, кандида – это такая гадость, которая действительно мешает многим женщинам забеременеть, иметь детей, кому-то мешает нормально ходить в туалет, кого-то приводит к снижению иммунитета, и когда постоянно иммунная система в напряжении, то происходит неправильная работа всего организма. Поехали, мои дорогие, что нужно делать, когда вот она, эта кандида, вас просто достала, друзья. Во-первых, нужно обратить внимание на желчь, его консистенцию и работать именно с этим органом. Я часто использую в своих замечательных схемах экстракт артишока вместо хафитола, так получается удобнее. Далее, лецитин по 2 капсулы один раз в день, друзья, один раз в день, это очень важно. Далее, чеснок, это супер важно для тебя, 100 миллиграмм один раз в день. Далее, каприловая кислота по 1 капсуле 2 раза в день, или другая, это у нас ундициновая кислота тоже подойдет по 2 капсулы 2 раза в день. Масло орегано по 150 миллиграмм 1 раз в день. И магния цитрат, друзья, это 400 миллиграмм перед сном, чтобы вы смогли расслабиться. Обязательно, друзья, обязательно наладить свой стул. Нет стула, друзья, запор, все, у вас проблемы начинаются психологические там, где их не должно быть. Схема рассчитана примерно на месяц, и если у вас появляются вопросы, то вы решаете это в группе, в которой мы с вами работаем. Здоровья вам и вашим близким. Поэтому, друзья, всех жду в прямом эфире. Пока.